Бухучет, финансовая грамотность, экономика, маркетинг. Освоить эти направления и запустить свой проект помогают в школе социального бизнеса. Обучающие полугодовые программы для бизнесменов и тех, кто только хочет начать свое дело, проходят с 2018 года. Сейчас стартовали занятия для нового потока студентов. У студентки второго курса Оксаны Зилык проект в сфере экологии. В ее планах организация предприятия по переработке пластика. Девушка хочет не только попытаться решить задачи, связанные со вторичным использованием пластиковых отходов, но и создать новые рабочие места. Есть возможность реализовать свой проект. Нам помогут составить бизнес-план, какие документы собрать для именно этого проекта, какую правовую основу должен иметь наш проект. И поэтому меня это заинтересовало, я сюда пришла. Цель школы социального бизнеса и курсов «Свое дело», которое действует на базе муниципального автономного учреждения Агентства социально-экономического развития, привлечь внимание к предпринимательству с социальной направленностью и сформировать необходимые компетенции, которые пригодятся в работе. Завершающим этапом обучения для каждого студента станет бизнес-проект, способный к реализации на практике в нашем городе и регионе. Город заинтересован в развитии социального предпринимательства. Социальный бизнес – это большая ответственность. Мы предоставляем площадку для действующих социальных предпринимателей и для будущих предпринимателей, которые готовы заниматься социальным бизнесом. Лекции читают эксперты и специалисты из правовой сферы, бухгалтерии, социального предпринимательства. Задача лекторов – помочь студентам создать такие проекты, которые могли бы принести обществу пользу. Целевая аудитория всегда разная. Разные люди. Есть и взрослые люди, у которых уже действующие бизнесы. Их нужно только немножко направить и объяснить, что такое социальное предпринимательство и что такое вообще предпринимательство в целом. Очень школа интересна, она необходима, она нужна. По той простой причине, что за это денег школа не берет. Курсы даются все бесплатные, и информация выдается очень плотная и серьезная. Чтобы попасть на обучение в школу социального бизнеса, необходимо подать заявку на электронную почту Агентства социально-экономического развития. Последний срок подачи анкет – 15 сентября.